Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев, рад приветствовать вас на YouTube-канале «Планета Дзюдо» и в нашей постоянной рубрике «Библиотека боевых искусств», где мы знакомим вас с различными книгами, материалами и литературой, охватывающей большой слой информации по боевым искусствам, видам борьбы и все, что окружает эти направления. И сегодня я хочу немножечко отойти в сторону и познакомить вас с, на мой взгляд, интересным изданием, которое должен, по крайней мере, ну, у меня она есть, и на самом деле эта книга не совсем о боевых искусствах и не совсем о борьбе, скорее это о физической культуре, о физическом воспитании. Ну давайте, чтобы далеко не ходить, вот эта книга «500 игр и эстафет». Очень полезная книга для тренеров, для учителей различных видов боевых искусств, различных видов борьбы. Чем же она интересна? Тем, что здесь собрано, как вы видите, 500 игр и эстафет. Авторами этой книги является группа известных ученых, которая в соавторстве написала, издала такую книгу. И эта книга издана под руководством академика Кузина и профессора Полиевского. Помимо этого, с авторами этой книги выступили Глейберман, Залетаев, Борисов. Книга издана в 2000 году, а в 2003 году было сделано второе издание. И я хочу также, как и всегда, прочитать краткую аннотацию в начале этой книги, чтобы было понимание, что это за книга и для чего она издана. В книге, созданной группой специалистов на основе своего многолетнего тренерско-педагогического опыта, собраны рисунки, выполненные в стиле граффити, которые помогут юным любителям физкультуры и спорта поддерживать хорошую физическую форму, повышать уровень своего физического развития, выработать силу, ловкость, быстроту, смекалку и находчивость, а также навыки коллективного взаимодействия. В конце книги помещены названия игр и эстафет и тексты к ним в переводе на английский язык для удобства пользования иноязычных читателей. Книга адресована детям и родителям, учителям физической культуры в школе, инструкторам физкультуры в лагерях летнего отдыха, тренерам и спортсменам. Она может быть использована также организаторами спортивных, оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий. Как мы видим, книга – это не узконаправленная книга, а на самом деле очень полезная книга для тех, кто свою жизнь посвящает физической культуре, спорту, физическому воспитанию. Итак, книга «500 игр и эстафет». И давайте мы посмотрим. Значит, во-первых, книга в мягком переплете. Достаточно качественная бумага и много, на самом деле очень много рисунков. Видите, игры, описание, очень все доходчиво и понятно написано, нарисовано. На самом деле я много использую из этой книги игр в своем педагогическом процессе. Вот даже у меня есть здесь и пометки, некоторые галочки. Вот. Поэтому я думаю, что эта книга будет полезна на самом деле многим специалистам в области боевых искусств для того, чтобы использовать эти упражнения, эти игры, как подготовительный или такой, ну, игровой момент тренировки. Можно что-то видоизменять, дополнять. Я думаю, что всегда полезно иметь такую книгу под рукой, и она всегда будет иметь свое место
в обучающем процессе педагогическом, и она не будет пылиться, я так думаю, что на полке библиотеки боевых искусств мастеров различных видов борьбы и боевых искусств. Вот такая интересная книга. Итак, 500 игр и эстафет. Научная редакция академика Кузина и профессора Полиевского. Издательство «Физкультура и спорт». Второе издание, 2003 год. Рекомендую.